В общем, если вы проходили по парку Горького, вы видели этих неадекватных людей, которые держат птичек диких на таких вот огромных веревках. Мне безумно их жалко, я не знаю, у меня аж прям аж плакать хочется. Одна сова улетела, вон она сидит на дереве, они пытаются ее достать, вон, смотрите. Ужас, мне очень жалко этих зверей, птиц, которых просто держат на привязи. Неадекватный просто. Мне очень жалко птичек. Как закрыть этот притон вообще? Посмотрите, какая красота, и сидит на привязи. Пока мы будем платить деньги за красивые типа фотографии с такими дикими птичками, этот бизнес будет процветать. Пока мы им платим, они будут стоять и также продавать свою услугу. Задумайтесь. Вот смотри, стоять.